компании. Здесь удовольствием трудно. Если кому-то нужны подтверждения, вы можете посмотреть профили тех переводчиков, которые уже работают у нас в компании. Например, двое из них сейчас выиграли конкурс, проводившийся школы дидактики перевода, переводчик к просвещению творчества, это Светлана Рыжкова, ГУАП, Санкт-Петербургский пристав. ГУАП у нас такое хорошее гнездо, с ними мы работаем уже несколько лет. Они перевели уже огромное количество нетфликсовских фильмов, так что здесь в Питере рядом с вами люди, кто это все переводит. Поэтому я вам сейчас это расскажу, а дальше не стесняйтесь задавать мне вопросы. Я все время буду ходить здесь наверху, я буду также спускаться к вам с удовольствием. Так что давайте попробуем. Давай. Допустим, российские компании, даже там Левша, компания питерская, еще какие-то, они берут людей свободно, потому что это люди, которые знают, что переводят в играх. Это что? Не учить дома переводят. Мне для этого не нужен обученный переводчик, чтобы он говорил на одном языке со своими коллегами. У меня работает 110 человек. Когда мы начинаем обсуждать, а можно ли это было сделать, вот так все 110 говорят на одном языке, понимаете? Сидя во Владивостоке, в Ставрополе, в Калининграде, в Архангельске, в Москве, в Питере, но они все обсуждают одно и то же, они говорят на одном языке. Мне нужно не то, чтобы они сидели в одном помещении, а чтобы они были, у них была одна образовательная база. Они собирали бы одну машину, они каждую свою, а потом приносили и говорили, а что-то у нас не стыкуется. У меня, извините, сериал 52 серии, я его, естественно, обязан, мне его надо перевести за 3 недели. 52 серии, я его раздаю 10 переводчикам. Если каждый из них придет с самолетными пельменями, я чего с этим делать буду? У меня редактор сойдет с ума сводить воедино вот эти 52 серии. Это мне нужно, чтобы они говорили на одном языке, а говорим о динамической эквивалентности. Переводчик один другому говорит, это не смешно, сцена переведена не смешно. Чтобы не возникал вопрос, какая сцена, что переведена, я слова переводил. Чтобы вот этого не было, понимаете? Чтобы люди не из разных вселенных встречались, а чтобы они говорили на одном языке. Это и называется промышленный перевод. Мы переводим в год несколько тысяч, иногда до десятков тысяч часов фильмов. Это команда из 100 человек. Понимаете, они все должны работать одинаково, синхронно. Синхронно с точки зрения того, как они думают. Вот и все. Это единственное, зачем нужен вот этот курс. Это унификация мышления переводчиков. Делать качественный продукт. Делать смешные комедии, делать хороший хоррор. Делать хорошо читаемые субтитры. Чтобы они могли друг друга править. У нас в группе царит атмосфера. У нас есть онлайн-группа, где все переводчики наши сходят. Там царит атмосфера, все друг друга поправляют. Но только это не собачится, как в этих самых форумах. Там холивар устраивают и начинают друг друга мочить. У нас нет такой возможности устраивать холивар, потому что нам послезавтра сдавать это надо. Понимаете? Нам не до холиваров, нам нужно истину обрести. Вот о чем идет. Еще вопрос. Скажите, какая минимальная часть? Смотрите, минимальная численность группы обычно мы где-то 12-15 человек просим. Да, это не так много, у нас обычно пишется больше, но у нас уже это, я по опыту это знаю, когда люди всегда осторожно задают вопросы, какая минимальная численность группы. Написывается человек 30, и вот это уже становится проблемой, потому что очень часто ошибаемся с помещением, потому что дают помещение на 15 человек, а народ сидит друг на другу. Это бывает, это чаще бывает, чем недавно.